торговые центры построят в городах Приморья. Для этого правительство края окажет помощь инвесторам. Вернет до 60% затрат на строительство. В первую очередь центры будут построены в Большом Камне, в Арсеньеве и Дальнегорске, а затем и в других городах края. Больше 300 тонн картофеля получило Приморье от амурских фермеров. Его отправят в районы, пострадавшие от наводнения. И будут продавать по социальной цене. Это поможет компенсировать ущерб, нанесенный стихией, и обеспечить приморцев картофелем на зимний период. Центр военного воспитания «Авангард» начал обучать девушек. В новые курсы вошли занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Первая женская смена уже закончилась. До конца года обучение пройдут больше 300 девушек и 1000 парней. Так приморской молодежи помогают обучиться. А зам военного дела и развить в себе чувство патриотизма.